7 лет жизни отняла у нас эта пустынная стена, высотой 6 и длиной 45 метров. Вот такой она была перед началом работы. А такой стала. На этот всемирный консилиум мы призвали величайших врачей и ученых всех времен и народов. Здесь соединились мудрость, сострадание и милосердие. Мы хотели, чтобы здесь, в окружении великих, молодая душа познавала самое себя. В этом месте проверяется готовность следовать клятве Гиппократа. И бесконечный мост перекидывается из поколения в поколение, чтобы не дать угаснуть жизни. Реабилитация. Мирхольд, Кассиор, Вавилов, Бухарин, Тухачевский, Чаянов и Полищук, мой отец, дипломат. Берлин, начало 30-х. Позади Варшава, впереди Москва и казнь. Художник не может сделать людей счастливыми, но он может разделить их боль, как свою собственную. И эту боль нужно нести вместе со всеми и быть со всеми.
Отчаяние и надежда. Две темы, два чувства, два полюса нашей жизни. И дай нам Бог доплыть до светлых берегов.